Привет, подписчик или случайный зритель. Было ли такое у вас или у ваших близких, когда в браузере требуется что-то скачать на ваш iPhone, но куда скачивается файл, вы либо постоянно забываете, либо даже не знаете. Либо вы обладаете вашим устройством уже давно, но хотелось бы быстро переходить в папку закачанного. В этом видео я помогу вам решить этот вопрос обычным добавлением ярлыка «Загрузка на ваш рабочий экран», что поможет тут же переходить к закачанным файлам на вашем устройстве. На моем iPhone, так же как и на вашем, есть приложение, которое называется «Файлы». Зайдя в него, мы видим содержимое этого приложения. Заходим во вкладку с надписью iPhone. Далее мы видим папку «Загрузки». Заходим сюда. Папка пуста. Сейчас я продемонстрирую, как скачанный файл попадет сюда. Заходим в браузер. Я наберу «Скачать песню». Зайду в любой ресурс и скачаю ее. Далее заходим в загрузки, и тут она нас уже ждет. Если пользоваться браузером от Google Chrome, то скачанные файлы будут находиться уже в его папке. Но мы разберем вариант с браузером Safari. Если кому нужно будет, проделает то же самое, только с тем браузером, которым он пользуется. Этот этап очень прост, на все про все должно уйти не больше 2 минут. Для начала нам нужно убедиться, что на нашем, а в данном случае моем устройстве установлено приложение «Команда». Если его нет, несложно его будет установить через магазин приложений App Store. Заходим в магазин, в поисковой строке набираем «Команды», далее нажимаем на кнопку «Скачать», ждем установки и заходим в это приложение. Многие боятся что-то делать в командах из-за кажущейся сложности. Главное, выполняйте все пошагово и проблем не возникнет. В разделе «Быстрые команды» нажмите на плюсик в правом верхнем углу. Нажмите «Добавить действие» и с помощью поиска в верхней части экрана найдите «Папка». Коснитесь синей надписи «Папка» в серой строке. Выберите вкладку «Обзор» и перейдите в папку «Загрузки» или в ту, для которой вы хотите создать ярлык. И нажмите «Открыть» в правом верхнем углу. Внизу страницы встаньте в поисковую строку, введите «Открыть файл» и выберите его. Нажмите на полупрозрачную надпись «Приложение по умолчанию» и выберите «Файлы». В самом верху страницы нажмите на стрелочку рядом с названием команды и переименуйте ее в название той папки, в которую с помощью нее будет осуществляться переход. Здесь же можно выбрать цвет и рисунок, который будет отображаться на иконке. Для добавления ярлыка на рабочий стол снова нажмите на стрелочку рядом с названием папки и выберите на экран «Домой». Нажмите «Готово» в правом верхнем углу. Теперь вы можете разместить этот ярлык на любом удобном для вас месте рабочего стола и в одно нажатие переходить к загруженным файлам. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если ролик понравился, поставь лайк и не забудь подписаться. Всем пока!